spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в обзоре представлена линейка спиннингов от французской торговой марки Nautilus. Перед нами серия под названием Avenger, что переводится с английского языка и обозначает «мститель». Это современные удилища, среди которых каждый рыболов сможет подобрать вариант под практически любой вид ловли, будь то воблеры, блесны или силиконовые приманки. Давайте поближе рассмотрим экземпляр, обозначенный как 842М. Серия Avenger достаточно многочисленна и сейчас включает в себя 9 моделей длиной от 198 до 259 см. Кроме этого, здесь имеются модификации от класса Ultralight до Medium. Минимальный тест по приманкам составляет от 1,5 до 7 граммов. Максимальный находится в пределах от 7 до 28 граммов. Все самые главные характеристики можно рассмотреть в районе комля. Удилища обладают современным дизайном, выполнены в двухчастном варианте и имеют штекерное соединение типа put-over. В качестве основы при изготовлении бланков был выбран высокомодульный графит. В зависимости от модели, строй может быть fast, то есть быстрый, или сверхбыстрый, extra fast. Вершинки полые, тубуляр тип. Оснащаются достаточно легкими пропускными кольцами с противозахлестными рамами. Внутренние вставки позволяют использовать не только монофильные лески и флюорокарбон, но и различные плетеные шнуры. А расстановка KR Concept обеспечивает более дальний заброс и равномерное распределение нагрузки при вываживании. Хукипер не предусмотрен. В линейке устанавливаются винтовые катушкодержатели с нижним расположением прижимной гайки. Она осуществляет надежную фиксацию без инерционной катушки. Масса удилища, в зависимости от модели, составляет от 108 до 141 грамма. Рукоять разнесенная, а ее длина позволяет упираться в предплечье рыболова. Для изготовления применяется классическая пробка и ставки из материала Rubber Cork. На торце имеется баткэп с логотипом производителя, компании Nautilus. Spinning Avenger комплектуется прочным тканевым чехлом, в котором он хранится в перерывах между рыбалками. Здесь мы видим артикул данной модификации, ее длину, тест и строй. Сам футляр является двухсекционным и закрывается клапаном с текстильной застежкой. В одном отделении размещается комлевая часть удилища, а в другом – вершинка. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.